Арсен Агамолян, Оксана Васильева, и это «Тверь Тим». Никто просто не обратил внимания, что я начал танцевать. Было так на уровне: не хочешь вернуться в танцы? Ну, давай попробуем. Я с ней танцую и думаю: боже, человек не танцевал полтора года. И, в принципе, мы поняли, что это нам нравится. Люди говорят: так нельзя. Это заставляет тебя что-то для этого предпринимать. Я два дня штурмую свой мозг и... Нет, ну это же шоу.